Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня очередной, или может быть крайний, или последний этап эксперимента по поводу высеивания семян из коробочки орхидеи. 28 октября была посеяна коробочка в питательную среду и в мох. И сегодня 15 у нас ноября, вроде как, или 14. Ну, в общем, вот такие результаты. Очень вкусная сладкая среда, которую любят грибы-плесени. Естественно, как я и говорила, и как вы сами видели, стерильность я не поддерживала, потому что мне было интересно именно, как же семена прорастают в нестерильных природных условиях. Вот в мхе пока ничего не понятно, ничего не видно, потому что все это там было заброшено, ну, в смысле заброшено, посеяно в середину слоя. Мох зелененький, влажность теплички сохраняется, не стопроцентная, с возможностью проветривания, плесени никакой не видно. Мох был обработан фитоловином и формулексом. Сам хом еще как бы эксперимент продолжается. Что я хочу сделать вот с этими вот плесневелыми закрутками? Я уберу отсюда вот этот верхний слой плесени. Вот так он кисленьким пахнет. Не знаю, что там проросло, не проросло вглубь, осталось там что-то или нет. Но я могу судить по мелким вкраплениям, что там что-то есть. Ну, семечки имеется в виду. Может быть, что-то еще из этого получится, а может быть и нет. Ну, как бы баночки стоят, кушать не просят. Поэтому я вот сейчас с другой ложечкой. Из этой баночки уберу. Тут целая корочка получилась. Пенка. Тоже запах кислый. Ну, я так понимаю, что это продукты жизнедеятельности вот этих плесневых грибов. Что там внизу? Вот тут вот внизу какая-то кругляшечка. Я ее сейчас уберу. Остались ли там семечки и будет ли пригодна эта среда для их роста? Не знаю. Вот так вот выглядит это. Она не густая, не желеобразная, а такая жидкая получилась эта среда. Вот, я сделала то, что я хотела. Я очистила от основного объема плесени. И все-таки хочу еще подождать и посмотреть, что же там будет происходить. И будет ли вообще там что-то происходить. Потому что непонятно, пригодна эта среда или нет. Но, как я могу судить, в природе явно стерильных условий не существует. И окружающий нас воздух полон спор плесени различных грибков. И как же тогда орхидеям удается из семян вырастать? Большой-большой вопрос. Возможно, все-таки, ну не знаю, из семян, может, они и не вырастают, а вырастают из деток. Ну, не знаю. Наверное, все-таки вырастают. Природа не зря задумана семенная коробочка. Будем ждать. Тут только время нам покажет. Так что оставляем дальше на наращивание. На доращивание. Месяц еще не прошел, а так как семена маленькие, они будут прорастать очень долго, если они будут вообще прорастать. Посмотрим, я думаю, полгода будет показатель, останется ли там что-то вообще, или это все можно будет выбросить.